Напряжение между Варшавой и Вашингтоном. Польские СМИ сообщили, что США запретили двусторонние встречи с представителями Польши в Белом доме. Ссылаются на дипломатическую ноту посольства страны в Вашингтоне. Все якобы из-за спорного закона об Институте национальной памяти. В него требуют внести изменения. Официальная Варшава наличие такого ультиматума отрицает и напоминает, что несколько дней назад в американской столице принимали польского замминистра иностранных дел.